Привет, друзья! Сегодня вы увидите ремонт BMW. Итак, машина у меня в мастерской. Крышка багажника и заднее стекло сделаны из оргстекла. Хозяин волшебник. А это куча деталей для ремонта. Итак, у меня все есть для работы. Начнем ремонт. Сначала разбираю заднюю часть. Задняя часть разобрана. Теперь я вытяну заднюю панель и затем займусь ее заменой.
Итак, с вытяжкой я закончил. Теперь буду удалять поврежденный металл. Почистил сварочные соединения и удаляю мятое железо. Поврежденный металл удалил, теперь мне надо вытянуть и отровнять лонжерон. Все чудненько. Устанавливаю усилитель бампера, креплю его, проверяю высоту лонжеронов и, не снимая усилителя, все завариваю. Лонжерон сварен, теперь устанавливаю остальные элементы и свариваю.
блюдо для задних фонарей устанавливаю и креплю саморезами. Затем устанавливаю крышку багажника, проверяю зазоры и, если надо, исправляю их. Устанавливаю задние фонари, проверяю зазоры. Если все чудненько, свариваю. Сварочные работы я закончил. Теперь я подровняю правое заднее крыло. Для этой работы я буду использовать споттер.
Работы с металлом я закончил. Теперь немного подшпаклюю и покрашу. Итак, ремонтные места я покрасил. Время собрать и отдать этот автомобиль владельцу. Ремонт BMW закончен. На этот ремонт ушло 80 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!